Наши новости начинают свою работу в эфире в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Виктор Томенко вступит в должность 17 сентября. Сегодня в Краевой избирательной комиссии подведут окончательные итоги. Теперь это уже больше формальная процедура, которая не скажется на результатах выборов. Напомним, по предварительным данным, наибольшее число голосов набрал в Рио губернатора края Виктор Томенко, более 53%. Накануне он провел встречу в предвыборном штабе и рассказал о планах. Томенко сообщил, что после вступления в должность в первую очередь силы будут направлены на развитие социальной политики, а также формирование бюджета на 2019 год и текущие задачи, завершение уборочной и начало отопительного сезона. Он также подчеркнул, что кадровые изменения в правительстве региона будут, но конкретизировать и называть фамилии пока не стал. Материал о первой после выборов встречи с общественностью Виктора Томенко смотрите в нашем вечернем выпуске. Сегодня в селе Полковниково после капитального ремонта откроют дом семьи Титовых и пройдут праздничные мероприятия, посвященные 83-й годовщине со дня рождения нашего земляка, второго космонавта планеты. В небольшом доме, где прошли детские и школьные годы Германа Титова, восстановили интерьер 50-х-60-х годов. В комнатах сохранены вещи, которые принадлежали семье. Например, сегодня там впервые зазвучит патефон Титовых, можно будет послушать их любимую музыку. Гостей угостят травяным чаем и пирогами. Барнаульский футболист помог разгромить сборную Чехии. Александр Ерохин впервые в карьере забил гол, выступая в составе команды страны. Товарищеский матч в Ростове-на-Дону завершился убедительной победой подопечных Станислава Черчесова 5-1. На счету Александра 4-й по счету гол. Случилось это на 79-й минуте после подачи углового. Мог отличиться еще, но в последний момент ударил мимо ворот. К слову, Александр Ерохин стал первым нашим земляком, кто сумел забить мяч на таком высоком уровне. Тысячи барнаульцев собрал в День города масштабный турнир по боксу. Любители настоящего мужского спорта увидели яркие бои и своих кумиров, в том числе Николая Валуева. Великий бой на Великом Алтае. На ринге спортсмены из России и стран СНГ. Главный гость турнира, депутат Госдумы, неоднократный чемпион мира по боксу Николай Валуев. Генеральным партнером великого боя на Великом Алтае стал Банк Восточный. В перерывах между боями барнаульцы могли измерить и свою силу. В этот вечер десятки жителей города получили заряд хорошего настроения и подарки от генерального партнера. Директор Банка Восточный поздравил жителей города с 288-летием краевой столицы. Добрый вечер. От лица Восточного банка поздравляю Барнаул с Днем города. Желаю развития и процветания. С праздником! Больше 2 часов на ринге, 6 ярких поединков. Самое мужское событие Дня города завершилось праздничным салютом. Барнаульцы разукрасили город. За происходящим наблюдало более 100 человек. На площадке возле ДК «Трансмаш» компания «Арт-Деко Плюс» устроила настоящий праздник с конкурсами и призами. Вместо кисти – шпатель, вместо красок – шелковая штукатурка, которую многие привыкли называть жидкими обоями. В распоряжении художников, которые пришли на праздник, 5 цветов и 40 минут времени. По заверению специалистов компании Art Deco Plus, разукрасить барнаул сможет каждый. Для этого не нужен большой опыт. На 1-2 стенки потренироваться не можно. Art Deco Plus – официальный представитель торговой марки Silk Plaster. Компания предлагает огромную цветовую палитру шелковой штукатурки, более 400 оттенков разной фактуры. Экологически чистый продукт, хороший теплоизолятор, шумопоглотитель. И у него также идут минимальные требования к подготовке поверхности. Подарки от генерального спонсора праздника Art Deco Plus в День города достались многим. А Барнаул, несмотря на пасмурную погоду, буквально расцвел и стал ярким и радостным. На территории Алтайского края работает 5 специализированных отделов по продаже шелковой штукатурки Silk Plaster. Подробности по телефону в Барнауле. Группа компаний независимых медицинских лабораторий КДЛ присоединилась к празднованию Дня города. Впервые о ней стало известно 15 лет назад, а последние 5 лет компания активно развивается, что позволило КДЛ войти в тройку крупнейших частных лабораторий по всей стране. И пятерочка вместе с мамой 5 шагов. И вам достается станция. Что вы можете сказать об этом органе? Для чего нужны легкие, мозг, сердце и печень? Вопросы, на которые ответит даже ребенок. В клинико-диагностическом центре КДЛ помогут сохранить эти органы здоровыми. В клинике проводят медицинские анализы всех видов и знают, что болезнь лучше предупредить.
В КДЛ пациент может пройти обследование желудочно-кишечного тракта, иммунной, репродуктивной системы и не только. С этого года мы практически во всех районах Барнаула присутствуем и можем оказывать качественную помощь населению не только Барнаула, но и всего Алтайского края. Появились пациенты, которые ходят к нам и не раз, и не два, и которые приходят из жены, приводят мужей, и детей, и родителей. Поэтому мы уже становимся такой семейной клиникой для многих семей. В День города все, кто принял участие в викторине от КДЛ, получили подарки от компании, а также купоны, которые можно обменять на карту здоровья КДЛ с повышенной скидкой. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Валар». Когда беспокоит сердце, повышенное давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарство «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Край прохладно и дождливо. В Бийске и Рубцовске 12, тепла в Белокурихе 14, в Барнауле пасмурно, днем до 9 и выше 0. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи.